Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков в ходе совещания по социальным вопросам, на котором присутствовал Владимир Путин, рассказал, как будет определяться размер выплаты по новому алгоритму. Будет установлена трехступенчатая система с максимальным размером пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребенка. Стандартным размером остается 50% от регионального детского прожиточного минимума. Если такое пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие назначается на уровне 75% от регионального прожиточного минимума. В случае, если и это пособие не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, объяснил министр. Заявление на назначение выплаты в повышенном размере можно будет подать с 1 апреля нынешнего года. Если будет принято положительное решение по поводу выплаты, то семья получит такую же сумму за первые 3 месяца текущего года.